Минувшей ночью в Боровичах огонь уничтожил кинотеатр «Вильгия». Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного около полуночи, а полностью ликвидировать ЧП спасатели смогли лишь к полудню. На момент прибытия пожарных расчетов открытым пламенем горела кровля здания. Огонь распространился по всей площади строения, в результате чего произошел обвал крыши. К счастью, людей в момент происшествия в здании не было. Локализовать пожар и сбить пламя спасателям удалось к половине пятого утра. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали 34 человека и 11 единиц техники. Добавим, кинотеатр на базе бельгийского клуба был открыт в 2015 году. Кинозал, рассчитанный на 150 зрительских мест, был оснащен современным оборудованием. Ширина экрана составляла более 8 метров. Общая стоимость инвестиций новгородского киносервиса и администрации Боровичского района тогда составила больше 5 миллионов рублей.